Если «Прогулки с динозаврами» — это серия документальных фильмов о динозаврах, то «Прогулки с монстрами» — это серия документальных фильмов о той животине, которая существовала до динозавров. В свое время в детстве я его смотрел, и он мне нравился не меньше, чем «Прогулки с динозаврами». Хоть и «Прогулки с монстрами» я посмотрел намного позже, чем ту, что о динозаврах, в любом случае она мне тоже дико понравилась. Это было для меня что-то свежее, новое, до ныне неизвестное моему детскому уму область палеонтологии. То, что было до динозавров. На самом деле это довольно смелое решение для создателей «Прогулок с монстрами», так как информации о животных, живших до динозавров, не так много, как о самих динозаврах. Однако, они смогли сделать полноценный сериал, который мне было интересно смотреть. Но все же, как и любые другие старые документальные фильмы, они имеют свойство устаревать. Палеонтология быстро меняется, особенно последние 20 лет, и, естественно, старые документалки перестают быть актуальными. Мы с вами живем в золотую эпоху палеонтологии, и, естественно, моя задача просветить вас во всех ее современных аспектах. Поэтому, к вашему вниманию, полный научный разбор всех трех эпизодов документального фильма «Прогулки с монстрами». Пойдем мы, как обычно, по порядку эпизодов и начнем с первого, который называется «Жители воды». В этой документалке нам говорят о том, что вид аномалокарис сарон достигал 2 метров в длину. Это двухметровое чудовище. На самом же деле аномалокарис сарон были в длину всего 25 сантиметров. И недавно анализ, похоже, подтверждает, что это, возможно, даже не аномалокарис, а скорее его родственник. Если уж говорить серьезно, то ни один вид аномалокарисов не был настолько большим, как нам говорят в документалке. Если говорить о более крупном виде из более поздних отложений, то можно было показать аномалокарис канаденсис, длина которого составляла чуть больше метра, но точно уж не 2 метра. Также ошибкой является и то, что в документалке аномалокарис сарон питается трилобитами, хотя на деле он питался более мягкотелыми существами. Кстати, в документалке нам говорят, что аномалокарис сарон был первым в истории высшим хищником. Вот аномалокарис, первый крупнейший хищник Земли. Это на самом деле очень спорное утверждение, ведь с одной стороны он не был высшим хищником своего времени и среды. В противовес можно вспомнить более крупного амниденса, достигавшего 1,5 метра в длину, который де-факто был самым крупным известным кембрийским животным. И, кстати, он известен только по фрагменту большого ротового аппарата, который, кстати, изначально ошибочно считали ротовым аппаратом аномалокаридов. Только вот это было другое животное, и ему никакой аномалокарис сарон и в подметке не годится. Но, все же, если мы говорим не о сароне, а о аномалокарис канаденсис, то в таком случае это другое дело. Аномалокарис канаденсис действительно был высшим хищником более поздних отложений, хотя все еще не превосходил по размерам амниденса. В документалке в противостоянии 2 аномалокарисов проигравший получает ранение из-за того, что его жесткая броня раскололась. Однако это было основано на старой, ныне недействительной теории, и теперь известно, что единственным твердым панцирем на аномалокарисе был трехсторонний панцирь на голове. Да и к тому же кутикула аномалокариса некоторыми специалистами считается более мягкой и гибкой, а не такой жесткой. Однако я бы хотел похвалить документалку. В ней есть сцена, где бронтоскорпион линяет. И для того времени это был довольно смелый ход, ведь доказательств этого не было. И со временем мы пришли к выводу, что бронтоскорпионы, возможно, действительно линяли под водой из-за своего огромного размера. То есть такой смелый ход сыграл им на руку. В документалке нам говорят, что птеригот был самым большим членистоногим всех времен. Но кто смотрел мое видео про ортоплевру, знает, что самым большим членистоногим всех времен был джейкилоптерус, который мог достигать более 2 метров в длину. А те размеры, которые присвоили птериготу, и близко не является истиной. Согласно документалке, у таких скорпионов, как бронтоскорпион, вообще нет памяти. Чем у их соперников, скорпионов, у которых совсем нет памяти. Однако, это может быть вообще некорректным высказыванием, поскольку у большинства животных есть, ну, хоть какая-то память, даже если она короткая. Далее идет довольно грубая ошибка, ибо в документалке цефалапсиса назвали предком четвероногих. Это неверно. В позднем силурийском периоде наиболее вероятной заменой цефалапсису был бы псаролепис,
с его челюстью. Также в документалке, конкретно в русском переводе, почему-то гинерпитона или хайнерпитона называют стегоцефалом, хотя это довольно обобщенно и неправильно. Хочу еще упомянуть стетокантуса, который, вероятно, был океанским животным, а не настоящей акулой. И также можно упомянуть, что гинерия была меньше, чем в эпизоде, и достигала длины в 2,5-3,7 метра, а не в 5 метров, как нам сказали в документалке. Следующий эпизод именуется как «Появление рептилий» или «Начало рептилий», везде перевод по-разному. И начинается он почему-то с паука, мезотеллы. Мезотелла в документалке была основана на кладе мегаарахна, и во время съемок документалки считалось, что это самый большой паук из когда-либо живших. Однако, когда документалку уже почти досняли, был обнаружен еще один образец мегаарахны, который показал, что мезотеллы на самом деле были эврептериды. То есть это ошибка. Создатели быстренько исправились в документалке тем, что назвали спекулятивным видом этого гигантского паука мезотеллу, но все же пауки, которые существовали еще в каменноугольном периоде, лишь отдаленно напоминали то, что нам показали в сериале, и даже близко не были такими большими. Также в документалке нам говорят, что Протерогиринус был земноводным. Поднимающийся уровень воды подходит одной группе охотников – амфибиям. Он не был земноводным, хотя он вел амфибный образ жизни. Возможно, это был рептиломорф. Также в документалке нам говорят, что у артоплевры были мощные челюсти. Она вегетарианка, однако способна нанести опасные раны своими могучими челюстями. Учитывая тот факт, что его ротовые части никогда не были обнаружены вместе с остальной частью животного, нет никаких свидетельств того, что у артоплевры были мощные челюсти. И артоплевра. Это дальний родственник современной многоножки. В настоящее время известно, что артоплевра — это, ну, настоящая многоножка, а не ее дальний родственник, как нам говорят в документалке. Способность артоплевры держаться как змея, как кобра, это очень уморительно, и, возможно, это было вот просто невозможно в реальной жизни. Также нам показывают эволюцию здесь, но проблема в том, что петролокозавр неправильно эволюционирует в синапсидов эдафозавров, когда на самом деле это были ранние диапсиды вообще-то, и, следовательно, они не были предками синапсидов. Самый базальный предок синапсидов, эхинораптерон, был бы более подходящим кандидатом. Также в сериале нам показывают диметродонов и их маленьких детей, и они там рождаются уже с парусами на спине. Однако не факт, что когда они рождались, у них парус уже был. Возможно, он у них рос во время взросления. Текстура кожи эдафозавра и диметродона может немного отличаться. Предполагается, что у них были щитки на коже, похожие на те, что есть у крокодилов. Возможно, им не хватало чешуи лепидозавров в этом сериале. И также нам в документалке сказали то, что для вылупления из яиц маленьких диметродонов потребуется около 7 месяцев. Самка ждет долгие 7 месяцев. Но проблема в том, что, опять же, у нас нет никакой информации о том, как размножались диметродоны. Поэтому любая реконструкция их репродуктивных органов или особенностей – это всегда спекуляция. Ну или пока потенциальные будущие открытия не докажут это. Также диметродон там изображается живущим в среде, похожей на пустыню. Тогда как на самом деле известно, что диметродон жил в среде, похожей на болото. Однако все еще возможно, что некоторые популяции жили в несколько таких более засушливых условиях, чем другие. Кстати, вот что еще интересно, об этом мало кто знает, но некоторые ученые предполагают, что самые кончики верхних нервных отростков некоторых диметродонов на парусе могли быть обнажены костью, а не покрыты полностью парусом. Хотя это до сих пор обсуждается среди научного сообщества. В программе диметродон и эдафозавр описаны как млекопитающие рептилии, однако, как мы все с вами уже знаем, они не были рептилиями вообще ни каплю, поскольку синапсиды образуют отдельно уклады внутри амниотов, которые сильно отличаются от диапсидов. И последний эпизод, который называется «Столкновение титанов». В этом эпизоде Горгонопс и Ринезухус изображались сосуществующими со скутозаврами, которых можно найти только в Сибири, а Горгонопс и Ринезухус известны только из Южной Африки. Но почему-то в эпизоде «Столкновение титанов» они пересекаются. Тем не менее, в документалке нам представили Горгонопсида, который, скорее всего, был иностранцевией, поскольку он жил в то же время и в том же месте, что и скутозавр. Вот такая вот ошибка. Между тем, как я уже и говорил, Ринезухус
известен только из Южной Африки. Хотя в эпизоде он назван лабиринтодонтом, это довольно широкое название, которое традиционно использовалось для описания более примитивных амфибий или амфибиподобных тетраподоморфов. Также можно упомянуть, что здесь горгонопсиды лысые, хотя, возможно, у них были что-то наподобие волос. Также нам показали, что F. parkeri якобы является предком динозавров. У Паркерия родоначальник новой группы рептилий – динозавров. Хотя она куда более базальная и не является предком динозавров. И на этом список ошибок заканчивается. Да, удивительно, но в трех эпизодах нашлось не так уж и много ошибок, поэтому я могу действительно похвалить эту документалку. Хотя, с одной стороны, она довольно короткая, в ней всего 3 эпизода, поэтому чем короче сериал, тем меньше в нем ошибок, логично. В детстве мне очень нравился этот сериал, потому что он вызывал у меня некое новое чувство, потому что динозавры тогда уже были для меня известны, а вот что было до динозавров, я еще не знал. Именно поэтому документалка оказала на меня большое влияние, так как тогда мои знания в палеонтологии, которые были еще очень маленькими, действительно стали шире. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, помните, думать полезно.